Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. В магазинах и кафе Кирова проверяют масочный режим. Представители Первомайского теруправления совместно с полицией проводят рейды по магазинам, кафе, столовым. Проверяется соблюдение масочного режима, наличие санитайзеров. Цель таких проверок, говорят чиновники, напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности. Злостных нарушителей обещают штрафовать суммы до 50 тысяч рублей, однако пока к таким мерам прибегать не приходится. Кроме того, чиновники проводят встречи на предприятиях, продвигая вакцинацию. В течение прошлой недели только в Первомайском районе благодаря таким визитам вакцинировалось почти 3500 человек. Программа «Экономика». Представители «Пятерочки» «Перекрестка» встретились с кировскими производителями. Региональные власти устроили торгово-закупочную сессию с представителями компании X5 Group. А представители ритейла встретились с производителями мясных и кондитерских изделий. В X5 Group отмечают, что начали заниматься электронной торговлей, открывают так называемые «темные кухни» для производства еды на доставку. Поэтому у компании растет потребность в качественных продуктах по ценам местных производителей, а также в лояльности покупателей, которые традиционно пользуются местные продукты в любом регионе. Предприниматели смогли презентовать свою продукцию, лично пообщаться по вопросам взаимодействия с представителями торговых сетей. Экономика на 101 FM. Налоговая продолжает проект по обелению рыночной торговли. Проверяется наличие регистрации предпринимателей и применение контрольно-кассовой техники. В регионе сейчас 53 рынка, там работает почти 900 предпринимателей. С начала года число зарегистрированных лиц, торгующих там, увеличилось на 100, количество касс на 270. Незарегистрированных предпринимателей не выявлено. В отношении тех, кто не применяет ККТ, проводятся контрольные мероприятия. Налоговики просят покупателей не оставлять без внимания случаи невыдачи чеков, а также сообщать о поддельных чеках. Их можно проверить через приложение «Проверка чека» по QR-коду и при необходимости направить жалобу в ФНС. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 72 рубля 37 копеек, официально евро 86.20. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.